Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту, где я работаю, ребятки, уже целый год. Называется Pictory Pinches. Здесь я загружаю картинки, ну и тем самым зарабатываю. У меня создан плейлист по этому проекту. Можно посмотреть. Здесь, как всегда, у нас изменения. Я его бросила, не стала работать. Теперь опять я вернулась. Сейчас все расскажу, друзья, по порядочку. Как я уже сказала, я в этом проекте уже год. Я зарегистрировалась здесь 25 января 2021 года. Уже пошел второй год. В плане платежей все замечательно, платит, выводы, все, ну, в общем, все хорошо. Значит, почему я не стала здесь какое-то время не работала? Я не то, что не работала, я его нафиг и удалила, по-моему. Значит, ну, мне знакомый скинул информацию о том, что, ну, знаете, да, что... Ну, проблемы с картами, типа карты блокируются, ну и все такое. А вывод-то здесь на PayPal кошелек. Он же типа зарубежный, да? И вывод здесь на PayPal. И, значит, я бегом запаниковала, вывела все свои копейки отсюда на карту. Думаю, пропадут, все-таки жалко, да? Вот, ну и все. Как бы деньги я вывела. Отсюда я вышла. Думаю, какой смысл мне здесь работать, если здесь вывод только на PayPal, других платежных систем нет. Далее мне приходит письмо. Как бы, если новости от проекта. И они пишут: мы рады объявить о новых изменениях. Мы обновили сайт и надеемся, что вам понравится. Значит, теперь, заходя в проект, за то, что вы ежедневно заходите, нам платят 0,5 центов. Ну, согласитесь, неплохо. Вот я сегодня зашла, я ничего еще не публиковала абсолютно. Просто зашла вот в кабинет, как бы, да? И все. 5 центов я получила. Ладно, думаю. Вот за каждое посещение... Так, теперь вы сможете зарабатывать деньги за каждое посещение. Так что не забывайте заходить к нам. Опять я вернулась. Думаю, не, пошла я в кошелек, значит. Думаю, деньги я вывела. Связаться с нами. Думаю, пойду узнавать, как бы в службу поддержки попытаться написать. Но не пришлось мне ничего писать никуда. Значит, и смотрите, что здесь пишут. PayPal тесно сотрудничает с правительствами и партнерами, чтобы активно соблюдать все применимые законы и санкции. В текущих обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России. Вот поэтому я запаниковала и как бы не стала я работать. И далее что? Смотрите. Вот это. Это означает, что мы приостанавливаем отправку и получение транзакций между Россией и другими странами через PayPal. В другую страну транзакцию, да, денежные средства, я не могу. Ну, я и туда и не отправляю, во-первых, но, тем не менее, то, что они здесь пишут. Но вы по-прежнему сможете выводить средства на банковский счет. Так что можно работать, делать выводы из проекта и как бы выводить на банковскую карту. Я же здесь напрямую на банковскую карту вывожу. Так что все в порядке. И я
Естественно, я опять вернулась, потому что проект реально нормальный. Я здесь уже не сижу, как раньше, а времени у меня нет. Но одну-две картинки в день я загружу, мне этого достаточно для заработка. Вот, значит, я зашла сегодня в кабинет, получила 5 центов. Все. Значит, и опять тут немножечко обновился кабинет. Значит, доход, вот это поинты. Счет каналов у меня 6. Я показывала, как создавать каналы. 5778 мемом загружено. 833 комментария, 226 подписчиков. Ну и как посещение прямо сейчас и все такое. Значит, здесь вкладочка «Редактировать аккаунт», «Создать аккаунт». Это вот панель приборов, дашборд. Вывод прибыли. Вывод здесь от одного... Нет, вывод здесь. Да, от одного доллара, ребятки. Угу. Да, от одного доллара. Значит, это каналы. Мемы. Я выводить не собираюсь. Я на вывод уже все-все-все проверяла. Сейчас я это скопирую. Так что... Комментарии. Далее. Так, комментарии. Подписки. Это мои подписчики. Или это я на кого подписана? Как-то так. Так. Подача. А это картинки. Вот. Далее. Доход. Вот у меня уже минималка есть на вывод. 1 доллар 22 цента. Выводить я сейчас не буду, так как я уже неоднократно вам показывала, доказывала о том, что проект платит. Вот. Значит, это баланс за месяц и неделя. Ну, вот как-то так. Так, далее. Рефералы. Находится реферальная ссылочка. Пожалуйста, копируйте. Делимся с друзьями. Уведомления. Это кто здесь мне оставляет как бы уведомления. Ну, типа уведомления в том плане. Кликнул человек мою картинку, оставил коммент. Я захожу в уведомления, кликаю, перехожу, например, к человеку и... Также я взаимно ему ставлю лайк и оставляю комментатор. Ой, комментарий. Администратор. Здесь я вот с админом беседовала. Значит, и давайте я сейчас... Это мемы, каналы, мемы. Значит, это каналы здесь. Можно ставить лайки, каналы. Опять, что здесь? Так, избранная, активные, рекомендуемые, популярные, случайные. Так, панель приборов. Здесь можно рекламировать. Я здесь рекламу не даю. И значит, что я делаю? Сейчас я сегодня еще не загружала картинки. Как здесь загружать картинки? Ну, я обычно один или два канала. В основном один. Значит, эту я скопировала. Ну, вот мне тут лайкнули. И за это мне доход. Значит, за то, что я, когда я загружаю свой мем, то есть свою картинку, мои картинки, вот здесь я их не вижу в мемах. Я писала, как бы, на Твиттер я писала. В Твиттере я в основном общаюсь.
И на что мне ответили? Потому что раньше я видела свой канал. Сейчас я не вижу своих картинок, то, что я публикую. Но то, что мне ответили, что я их и не должна видеть. В общем, мы свои картинки не видим. То, что я публикую. Значит, давайте опять вот переводим на русский. Значит, свежий, рекомендуемый перемешать. И вот загрузить. Это на английском будет. Upload. Это отредактировать и удалить. Вот сюда я кликаю. Я могу в день загружать 24 картинки. За одну картинку у меня высчитывают 50 поинтов. В день всего 1000 поинтов. Значит, кликаю сюда. Так, мемы мои. И загружаю картинку. Вот я загрузила. Вставляю текст. Еще. И кликаю пост. Все. Ну и все, я опубликовала. Теперь у меня стало. Иду на домашнюю страничку. Видим поинты. У меня 950 поинтов стало. И мне нужно сделать 15 кликов. Ну, чтобы 1000 было. Вот. Кликаю сюда. Оставляю комментарий. Все, я комментарий оставила. Вот мой комментарий. Только, ребятки, не оставляйте комментарий. Вот я поставила лайк, поставь мне. Ничего подобного не это самое. Потому что администрация ругается. Вплоть до того, типа, угрожает, что заблокирует аккаунт. Ну вот мне смешно, типа, видите, вот такую я оставляю. Ну точно. Или ха-ха-ха там по-английски. Да, написать что-нибудь. Вот. Вот еще я ставлю лайк, например. Я правда не знаю, что там. Ха-ха-ха. Вот так. И вот такое вот можно. Типа вам смешно. Это же смешные картинки, типа того. Вот. И вот я вот такой теперь оставила комментарий. Вот. И теперь должна 15 кликов сделать. Вот 952. И теперь вот я потом иду сюда и уже ставлю клики. Это мне один поинт, один клик, один поинт. Да, проект мне нравится определенно. И я не так, как раньше, конечно, фанатично здесь сижу. Но вот как бы вот. Но тем не менее, не спеша я зарабатываю. Вот. Вот как-то так. Хотите работать? Работайте. За каждое посещение, помимо того, что я получаю 5 центов, ну и, естественно, за картинки мне дополнительный доход платят. Здесь вот любые, вот здесь можно смотреть каналы, как бы, да. Вот. Да я ставлю уже вот именно коммент, то что как бы, ну уже по проекту знаем друг друга, и в ответ я знаю то, что мне тоже поставит человек лайк. Вот, активные, рекомендованные, если хотите. Вот, но здесь мы свои каналы
своим мемом, да, мы не увидим. Вот такие теперь здесь изменения. Если раньше здесь отображался, например, да, мой канал, я видела саму себя, то теперь этого нет. Ну, а здесь рандомно, случайный как бы. Вот. И также мемы. Можно сюда зайти, как бы. Вот. И ставить картинки. Вот. Таким вот образом, вот я поставлю, наберу еще 1000, и может быть потом в течение дня, если не забуду или будет время, я еще загружу картинку, еще раз откликаюсь и все, и до завтра я так уже как раньше не сижу. Вот. Потому что у меня нет времени, проектов много, рекламы много, и как бы... В общем, работы хватает. Вот. И абсолютно, ребятки, без вложений за то, что вы зайдете на сайт, да, вам заплатят 5 центов, плюс вы загрузите там хотя бы раз в день картинку, вам поставят лайки, за это вам платят деньги. Проект работает, платит замечательно все. Вот. Я и по 10 долларов, и по 5 выводила, набирала. И уже у меня минималка на вывод есть. И минимальный вывод отсюда от 1 доллара на PayPal. Вот да, одна платежная система, но тем не менее и фиг с ним. Вот. Вот, 1000 мемом. Все вот у меня, я набрала уже. И я могу загрузить еще под... сейчас, как бы, да? Вот, сейчас еще картиночку загрузить. И потом я уже, вот у меня уже здесь по умолчанию стоит, я с утра загрузила. И сейчас еще одну картинку зафигачу и все. Вот. И все. Вот такой вот проект. Хотите работать, работайте. Но не хотите, ребятки, пройдите мимо. Проект... Мне очень нравится. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.